Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как связать рифленый квадрат. Вязать я буду из шнура 2 мм, полиэфирный, карамель Baby, цвет ваниль. И крючок у меня 3 мм. Начинаем с кольца амигуруми. Делаю петлю. И провязываю еще 4 воздушные. Раз, два, три, 4. Дальше я вяжу 3 столбика с одним накидом. Раз. 2, 3. Одна петля подъема, еще 3 столбика. Продолжаем. Петля подъема. 3 столбика. Дальше петля подъема. И сейчас вяжем 2 столбика, потому что третий у нас, вот начинали мы с него. 2 столбика. Раз, два. Затягиваем. Вот уже видна форма квадратика. Теперь нужно соединить ряд. В третью воздушную провязываю соединительную петлю. И вот в эту арочку еще одну соединительную. Дальше вяжу 4 воздушные. Раз, два, три, 4. Сюда я провяжу 2 столбика с накидом. В арочку это будет уголок, потом мы его довяжем. И теперь под косичку я провяжу 3 столбика вот сюда. 1, 2, 3 до уголка. Всегда вяжем столбики с одним накидом. Раз, два, три. На углах, вот в этих арочках, мы вяжем 2 столбика. Одну воздушную петлю и сюда же еще 2. Дальше повторяем. Вот здесь может прятаться косичка. Сюда вяжем первый столбик. До угла нам надо провязать 3. Второй. Третий.
все, вот эти два угла и эту сторону повторяем точно так же. Последняя сторона, провязываю 3 столбика. И еще один столбик будем всегда вязать вот в эту арочку. Соединяем всегда в третью воздушную и еще соединительный столбик в арочку. Все. Дальше вяжем 4 воздушные. И в арочку 2 столбика. Дальше начинаем вязать рисунок. Начинаем с рельефного первый столбик с накидом. Дальше 2 столбика с накидом. Под косичку. Следующий, не вот этот, а вот этот, вот получается столбик, рельефный. И 2 с накидом. 2 столбика с одним накидом под косичку. И сторону заканчиваем вот перед уголком рельефным. В уголок вяжем, как и в предыдущем ряду, 2 столбика с накидом. Воздушная и 2 столбика. Эту сторону вяжем точно так же, как я вам показала. Последний рельефный столбик. В арочку вяжем еще один. С
Соединяем с третьей воздушной. И соединяем еще один в арочку. Дальше мы будем вязать с изнанки, и мы будем чередовать лицевой ряд и изнаночный. На самом деле это все очень легко. Изнаночный ряд мы вяжем 3 воздушные петли. Дальше вяжем 2 рельефных столбика. Сейчас мы будем чередовать 2 рельефных и 1 под косичку. 2 рельефных, 1 под косичку. 2 рельефных, 1 под косичку. Два рельефных. Чередуем дальше под косичку. Так, до уголка. И 2 рельефных. А уголок с изнанки мы будем вязать один столбик, 2 воздушные петли и еще один столбик. Так мы всегда будем вязать изнаночный ряд. И дальше продолжаем. 2 рельефных, 1 под косичку. Так чередуем до следующего угла и угол провязываем так, как я вам показала. И так вяжем до конца. Заканчиваю 2 рельефных так, 1 столбик в арочку. Сейчас делаю 1 воздушную петлю, это мы заканчиваем ряд с изнанки, и в третью, раз, два, три, в третью воздушную соединительная петля. Дальше переворачиваем на лицевую сторону и уже здесь в арочку провязываем еще соединительный. Сейчас будем уже вязать по рисунку, будет проще. Провязываем всегда с лицевой 4 воздушные петли. Сюда в арочку провязываем
два столбика с накидом. И теперь смотрим. Вот рельефный. Вяжем рельефный столбик. Дальше два под косичку. Рельефный. Под косичку. И так вяжем до уголка. И угол на лицевой мы всегда вяжем одинаково. Два столбика. Одну воздушную петлю. И еще два столбика. Все столбики, естественно, с одним накидом. Все, дальше продолжаем по рисунку до конца ряда. Заканчиваю рельефным. Провязываю сюда еще один столбик. Соединяю. И соединяю в арочку. Вот так мы всегда будем вязать изнаночную сторону. Все, дальше вяжем уже нужного размера квадрат, переходим на лицевую, на изнаночную. Не забываем, что здесь делаем 3 воздушные петли. И уже продолжаем вязать так, как я вам показала, как вязать с изнаночной стороны. Два рельефных столбика, один обычный. Два рельефных, один под косичку. Так, до уголка. В уголке, не забываем, вяжем один столбик, 2 воздушные, один столбик. Все, и дальше чередуем. Я провяжу еще несколько рядов и посмотрим, какой формы получится квадратик. В принципе, тут легко, вот эти все стороны, они вяжутся по рисунку. Не запутаетесь. Все, так продолжаю дальше. Вот такой у меня получился квадратик, похож на васильку. У меня ушло, мне даже кажется, меньше, чем полмоточка в сантиметрах. Вот, 15 сантиметров почти. Получился такой шикарный квадрат. Можно таким способом вязать и плед, если взять пряжу потоньше, помягче. Если взять джут или наоборот шнур потолще, получится отличный коврик, сидушка на стол, салфетка на стол. Я, конечно, его отпарила, он стал более такой ровный.
Ну вот и все. На этом урок наш закончен. Надеюсь, он вам понравился. Как всегда, жду от вас пальчики, лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Всем спасибо за внимание. Хорошего дня. До свидания.